бухгалтерец, со мной обладатель 45 тысяч подписчиков в YouTube. Я такого не мечтаю и, в принципе, этого не произойдет никогда в жизни. Скажи, не зарекайтесь, сударь, не зарекайтесь. Так странно, мне продувают волосы, а тебе нет. А я, на самом деле, стригусь раз в год, и ты как раз застал тот момент. Дневники Зави, я надеюсь. Дневники Зави, мать вашу. Зави, 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 смотрите, завидуйте наши Зави, 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 Зави. Зави, 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 Зави. Ну что я могу сказать? В первую очередь, друзья, вот... Саш, ну подожди, ну давай сначала. Что ты в темноте начал говорить-то, как это ладно, самое? Ладно, Влад, господи, все свои люди. Какой сегодня день? Сегодня. Ой, это мой любимый день. Какое твое любимое время? Сейчас это твое. Минуту назад. Все дела. Ребята, давайте покажем, как встречают Chain Family Saint Pete. One, two, three, yeah! С гордостью представляю самых романтичных инди-музыкантов страны. Или инди набило оскомину уже? Да нет, почему? Ну говори. Я вообще люблю, Дим, когда ты говоришь. Я могу снять видеоролик, который наберет в YouTube минимум 100 тысяч просмотров. Гонорар? Об этом поговорим за сценой. А нас кто-то слушает или мы с тобой вдвоем разговариваем? Да, ты посмотри. А, здравствуйте. Еду! Фестиваль организован чудовищно. Это просто позор, стыд, срам. Считаю, что люди, которые этим занимаются, им лучше найти другую работу. Здравствуйте. Ловите микрофон. Антон, у тебя очень отличное чувство юмора. Я шучу. Я не могу. Хотел бы узнать, какие юмористические программы ты смотришь. Ответ очевиден, мне кажется. Да? Может быть, ты и озвучишь ему? Я знаю ролик, который наберет больше 1 миллиона просмотров. Друзья, смотрите сейчас. Всем привет. Это проект «Рака Макафо». Мы давно хотели признаться всем нашим зрителям. Я думаю, что благодаря нашему знакомству и у меня тоже появится некоторое количество твоих подписчиков. А я поделюсь... Конечно. А я поделюсь с тобой своими. Димка, я тебя расстраиваю. Есть вопросы еще? Я как Диму расстраиваю, да? Он расстроенный какой-то, ему что-то не хватает. Дим. Какая ваша любимая песня? Наверное, что-то из «Гражданской обороны». Часто ли вы общаетесь с родственниками? Да. На тему. Почему у меня депрессия? Я прям не знаю, как тебя еще обрадовать. Друзья, спасибо!